Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новом парке, заложенном после работ по благоустройству и реконструкции на территории, расположенной в окружении улиц Зарифы Алиевой, Рихарда Зорге и проспекта Нефтяников на Семинском районе Баку. Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства о проведенных здесь работах по благоустройству и реконструкции, а также об условиях, созданных в новом парке. Работы по дальнейшей модернизации и благоустройству нашей столицы продолжаются параллельно с закладкой зеленых полос и парков. Еще одним таким местом отдыха является новый парк, созданный по указанию президента на территории Насиминского района. Было сообщено, что за короткое время в новом парке созданы прекрасные условия для эффективной организации досуга жителей и гостей. На территории парка проложены пешеходные дорожки, отвечающие современным требованиям. Проведены работы по озеленению и освещению. Установлены современные скамейки, создана детская развлекательная зона. Следует отметить, что в послевоенные годы в соответствии с поручениями и указаниями президента Ильхама Алиева в Баку увеличивается объем строительных работ. Создание современнейших парков и новых зеленых полос для отдыха жителей столицы и прибывающих в страну туристов, реставрация образцов древней архитектуры в Баку, строительство и ввод в пользование современных зданий свидетельствуют о расширении масштабов созидательной работы в стране. Закладка в год солидарности во имя зеленого мира, новых парков и зеленых полос, строительство современной инфраструктуры по оказанию услуг населению направлены на превращение Баку в один из красивейших городов мира. Новый парк станет отличным местом для отдыха жителей столицы. Создание нового парка имеет особое значение и с точки зрения вклада в работу, проводимую в рамках года солидарности во имя зеленого мира, объявленного в нашей стране, который в следующем месяце примет КОП-29.